Страхование недвижимости в Испании. Сколько стоит и что входит? Расскажу на примере сегодняшнего кейса. Сегодня мы оформляли страховку на недвижимость с покрытием в 58 тысяч евро только за квартиру и с покрытием в 25 тысяч евро на все содержимое в этой квартире. Давайте же я вам скажу, что входит в страховку, а далее уже расскажу стоимость. Все перечислять не буду, иначе это затянется просто на час. Расскажу самое важное и самое необходимое. Первое – это гражданская ответственность на 300 тысяч евро. В случае затопления соседей, вы их или они вас покрыли в обоих случаях. Пожар, акты вандализма, кража дома или даже не дома, и все равно даже в этом случае у вас есть покрытие в 300 евро. Машинисты с вашими кредитными картами, аварии по электрике, стекла, мрамор, витрокерамика, даже продукты в вашем холодильнике покрываются на 500 евро. Пальцы уже закончились, а покрытия все еще нет. Начинаем заново. Психологическая помощь на 450 евро. Юридическая защита, в том числе свободный выбор адвокатов. Срочная замена ключей, ремонт дверного замка, борьба с паразитами. Конечно же, покрывает полную стоимость недвижимости в случае полного разрушения. А сейчас я вам расскажу, сколько же вышла страховка на эту недвижимость. Как вы думаете, 176 евро в год – это много для того, чтобы переложить все эти риски на страховую компанию? Чтобы узнать все покрытие и стоимость именно на вашу недвижимость, обращайтесь по нашим контактам, которые мы оставили в описании к этому видео.